Всем добрый вечер. Сегодня у нас 25 марта, среда, время 19:19. На улице вот такой красивейший закат. Я думаю, что надо в окно выглянуть, посмотреть. Такой вот потрясающий закат над Химками. Такой вот потрясающий закат сегодня. На улице плюс 10. Готовлю ужин. Здесь у меня жарится. Здесь у меня жарится картошка с курицей, с крылышками. Так, будет готово через 30 минут примерно. Так. Я сделала салат. Сейчас я вам покажу. Только не знаю, как это сделать. Вот. Сделала салат мимоза. Он такой воздушный получается. Нежненький. Мне прям не терпится его попробовать. Но пока не буду. Прям воздушный такой. Салат всегда шикарнейший получается, мимоза. Так, а здесь у нас пирожное. Написано, я конечно, долго смеялась название. Написано «постное пирожное». Ну, конечно, я понимаю, что это маркетинг, как маркетинговый ход. Пирожное не может быть постным. Но, по крайней мере, они такие с морковкой, там, с фруктами. Ну, как бывает же такой морковный торт. Ну, вот это из этой же серии. Морковное пирожное. С апельсинчиками там, с разными этими. Сколько там по весу? 500 грамм. Их там всего 5 штучек. Господи, где они у меня стояли? Так, ладно. Вот так, такие дела, ребятушки. Готовлю ужин. Салатик сделала. Курочка с картошкой жарится. Ну, так как мы особо отмечать не будем, никого в гости не звали, на двоих тут более чем достаточно. Тем более на троих. Сын поест, придет. Так хочется этот салат попробовать. Рыбная консерва, у меня тунец. Салат мимоза добавила салат этот консерву тунец из тунца. Там нужна одна консерва любая. Ну и сайра там можно, любую рыбу, любую консерву. Ну, не в томате, естественно. Вот. Вот добавила туда тунец. Так, картошка жарится, все у меня в порядке. Чай себе заварила, сейчас чайку попью.
убралась в квартире. Кстати, я вам хочу показать, куда я поставила в ванной эту корзинку. Вот, ребята, она у меня стоит под раковиной, потому что она у меня никуда больше не поместилась. Вот здесь вот между ванной и стиральной машиной есть место, но она туда не поместилась. Не поместилась она даже не по ширине, а не поместилась по высоте. Она упирается в край ванной. В принципе, она туда влезает, но стоит впритык. Я просто не хочу портить эту корзинку, потому что когда машинка стирает, она иногда трясется, если белье неровно лежит. Вот. И получается, ну, то есть я боюсь, что машинка раздавит мне этот вот, что машинка будет трястись, двигаться и может раздавить мне корзину. Поэтому я не хочу. А закат потрясающий. Филюшка пришел. Филюшечка. Плюшечка. Кушать захотел. Хорошо, что я успела сейчас мусор вынести. Я вынесла мусор. Ничего у меня здесь не стоит. У меня ведро мусорное просто так вот стоит в углу здесь. А там под раковиной у меня там картошка в коробке стоит. Илюшечка, Филя, целый день спал. Наконец-то есть захотел, Филюшка. Так, водичку я ему свежую налила. Так, вот та дальняя сторона уже поджаривается картошка. А с этой стороны нет. Это говорит о том, что мне минут через 10 надо будет противень повернуть. Развернуть другой стороной. Потому что с дальней, с той стороны горит, подгорает, с этой нет. Так. Может мне вообще свет выключить? Хочу вам еще закат показать. Окошко прикрою чуть-чуть. Закат, конечно, потрясающий. Закат шикарный. Может быть, еще раз выглянуть. Просто когда окно открыто. Вот видите, на новом доме. Вообще, на новых, на домах. От этого заката стекла красными кажутся. То есть во всех окнах, где не включен свет, а закат отражается красным светом. На этом новом доме, например. А видите, там уже окна горят в новом доме. То есть там уже вовсю делают ремонт. Кто-то уже купил квартиры, уже ремонт делают. Так что, может, летом уже люди заселяться будут. А может, кто-то уже живет, если жить негде. Прям в бетоне в этом. Машин уже много возле этого дома. Машин 15 я насчитала с утра. То есть уже... То есть, либо это строители приезжают, либо хозяева. Ну вот, жилой дом – это средняя башня в этом доме. Я вот смотрю, там уже вот в данный момент свет горит. Вот сколько квартир вижу со светом. Раз, два, три, четыре, пять. Пять. И в гостинице вот в трех окнах свет горит. В четырех даже. То есть, а вот это вот овальное здание, ближнее которое, это гостиница. Там тоже ремонт идет вовсю. Ну, наверное, номера эти. Отделка идет. Им же тоже надо все быстро сделать, чтобы это работать-то начать. Ну что, еще раз смотрим закат. Да. Окна у меня выходят на северо-запад. Даже можно сказать,
Ну да, на северо-запад. Видите, как и вот начиная с зимой закат у меня вот с торца дома на западе, там плохо видно. А вот сейчас конкретно у нас на северо-западе. Так, ладно, все, ребятушки, на этом пока. Навряд ли я еще сегодня буду снимать. Муж приехал, ушел на работу сразу. Ну, поел, поехал на работу, как я говорила. Вот где-то через часок должен приехать. Будем ужинать, отмечать день рождения. Так что всем пока. Навряд ли, если успею снять готовую картошку, ну, с курицей, то сниму. Если нет, то нет. Всем пока.